Здравствуйте, это Moscow Life и я, главный редактор телеканала о жизни звезд ТВ «Бульвар» Анна Симонян. В этот раз я выбрала для вас самые креативные развлечения селебрити. Сегодня вы увидите провокационный дизайнерский проект на Красной площади, громкий день рождения известной радиостанции, премьеру с Домиником Купером и карибскую вечеринку. Самое ожидаемое событие августа, которое всегда проходит с большим размахом и вызывает неизменный интерес у звезд, это день рождения известной радиостанции. Каждый год организаторы праздника придумывают что-нибудь этакое, вплоть до искусственного катка на пляже. В этот раз сюрпризом стал искусственный серебристый дождик. Это единственная станция, которая умудрилась все эти годы радовать людей и интересовать их, в первую очередь, не стандартными личностями, которые в эфире. Это же была очень, в общем, революционная, абсолютно невероятная концепция взять и сделать станцию, которая не на музыкальных треках основана, не на каком-то формате музыкальном, а именно просто на галерее, на созвездии людей. Выбраться на свежий воздух. У кого нет дачи, можно здесь погулять, пожарить шашлыки. Даже не пожарить, а поесть их, используя чужой наемный труд. Выдают чудесные пледики, которые можно постелить где-нибудь под кустом, как говорится, и стол, и дом. Поэтому, конечно, как сюда не ходить. Очень уютная атмосфера. Жалею, что одела каблуки, потому что все такое загородное, абсолютно расслабленное и очень здорово. Все, мне кажется, настроены на позитив, поскольку летом очень мало мероприятий, поэтому, наверное, они особенно ценны. И очень здорово, что день рождения серебряного дождя происходит именно летом. Как будто я студентка. И так весело, очень много народу, все веселятся, очень клево.